Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смел, и сегодня я поиграю в спор. В споре нужно развиваться и прокачивать. Допустим, сначала ты клетка, и из клетки ты превращаешься в примата, там и всё такое. Так, и сейчас мы будем играть в эту игру классную. Итак, сначала выберем планету. Давайте новая игра вот тут начнем. Я хочу... Вот, всё, с самого начала. Итак, нам нужно выбрать, кем мы будем, травоядным или плотоядным. Ну, наверное, плотоядным. Что я обычно травоядным был. Итак, уровень сложности пусть будет как стоит. Так, и пусть будет, я не знаю, вот так. Смяуп. Вот эта вот маска, я не знаю, говорила. То, что... Потому что YouTube блокирует мне закрывает мне комментарии с того, что, наверное, лицо у меня. Поэтому я с такой маской. Простите. Никак ничего с этим не поделаю. Ура, мы рождаемся, наконец-таки. Вот наша маленькая клетка. Так, так как мы плотоядные, нам нужно кушать мяско. Вот это вот все. Вот. В общем, кому, если понравится игра, то пишите в комментарии, естественно. То я буду дальше ее снимать. Так что все. Вот так вот. Так, новый фрагмент обнаружен. Плыву к нему. Шипы. Атака из... шип. Атака и разрушение дает. Кстати, можно потом будет себе поставить еще и плотоядный... Опа. А, больно. Простите, но не сегодня. Кстати, в этих вроде пузырьках что-то есть. А нет, ничего. Просто пузырьки. Опа, все, я уже больше стал. Так, куда меня несет? Меня несет! Ё-моё. Сейчас бы еще одно улучшение, я бы уже пошел на новый. На новый этот. Пипец. Мне бы сейчас улучшение. Ладно, короче, я уже не справлюсь, скорее всего. Так, вот, все. Сейчас будем прокачиваться. Вот, наше яйцо новое. Сейчас мы вот такой вот у нас редактор есть. То есть у меня есть сейчас 18 очков, и я себе поставлю шипы, чтобы меня меньше били. Вот 18 челюсти, могу поставить фильтратор и быть еще и травоядным. Ладно, тогда, наверное, все. А, могу раскраску поменять. Ну, естественно, красная какая-то. Не хочу сильно думать над названиями своих. Своих споров. Опа, мяско. Мяско. Кушаем. Сейчас пока что поулучшаюсь. А вот скоро новое улучшение появится. О, все. Или нет? Значит, должно было разблокироваться. Смотрите. Опа, вот и новое улучшение. Так, ну еще я бы поискал улучшений побольше. Вот еще одно. Все, теперь можно точно. A few moments later. Или нет? Ну, может, еще чуть денег подкопить, не знаю. Наверное, да. А то слишком мало будет денег. Ладно, использую я зов, потому что уже пора. Потому что уже я накопил там 24-25 гнезда. Так, можем редактировать скелет, в принципе. Хочу сделать реснички, чтобы быстро плавать. Опа, все. Что, зачем мне глаза? Все равно я все видеть буду. А я это буду чуять, точнее. Вот, надо вот эти самые вот так сделать меньше. И сделать большие там, где шипы именно. А вот тут реснички. А, я понял, зачем мне глаза. Ну ладно. Все равно я вижу хорошо. Ты что, с ума сошёл? Достаточно. Меня покусали чуть-чуть, ну и ладно. Что ты за злой такой, а? Поясни за злость. Опа, новая штука.
Электрический разряд. Почему у них есть электрический разряд, а у людей нет? Мне бы еще мясо поесть. А то улучшения пипец дорогие, вот эти новенькие, которые... Они прям вообще дорогие, ишь, жесть. Поэтому надо еще как можно больше копить. Угу. Электрический разряд, яд есть. Жгутики, шипы. Хочу фильтратор поставить себе куда-нибудь. Это я продам, наверное. А что жгутик дает, кстати? Скорость. А это что, скорость тоже? Так, я хочу еще, наверное, себе поставить, может, ресничек побольше. Ну и глаз тогда поставлю уже. Опа, намного лучше стало видно. Дай мне это. Чё они такие все огромные, большие? Ну, смотрите, нас, кстати, уже больше намного. Это рыба-фугу вообще какая. Опа, мы почти уже на суше, смотрите. Видно? То, что мы уже песок видим. Было бы классно, если бы зачислялись за то, что наши кушают еще. Сейчас уже 11 опыта. Но особо мне не хватает, чтобы сильно улучшение сделать. А они нужны, потому что мы уже переходим на новый уровень. Надо будет ноги потом делать. Но это уже в следующей серии, конечно же. Не буду спойлерить. Подписывайтесь на канал, естественно, чтобы не пропустить следующие видео по игре Спор. Потом уже вот этот космос неинтересный, так что... Будем считать, что мы уже пройдем игру. Не знаю, космос для каких-то там прям профессионалов, которые не знают, что. Не вижу смысла проходить космос. Но это, естественно, в следующих сериях. И все, последнее мясо осталось съесть. Давай его съедим, он беззащитный. Все, смотрите. Его мозг увеличился, и он вообще, в принципе, у него не было мозга, теперь у него есть. Поздравляем, вы на пути к разумной жизни. Смотрите, теперь я могу выйти на сушу. Ну вот, давайте на сушу пойдем. Итак, ребята, мы выходим на сушу. Вот наша маленькая споринка бесполезная. Сюда куда-нибудь, чтобы вам не мешалось. Итак, смотрите, вот наш маленький вот такой жучок. Чтобы ему ходить, ему нужны, естественно, ноги. Можем любые ноги. Я, наверное, вот эти возьму. Хотя не возьму вот эти мощные прям. И сделаю вот так его. Вот, вот. Мы будем кусачими, естественно. Опоссумами. Опоссумами кусачими. Вот, мы уже прямоходящие будем, наверное. Вот, могу вот так шип поставить. Но это я так не буду делать. Вот такие вот защиты будут у меня. Непонятно пока что, зачем это. Сейчас я попробую разобраться. А, прыжок. А, для прыжков реснички теперь нужны. Коритель можно поставить. А, глаза у нас есть. Сколько эти стоят? Одинаково. Поставлю тогда такие, потому что они хоть более или менее будут нормальные. Чтобы можно было хоть нормально смотреть. Правда, мы не будем от первого лица. Поставлю фильтры. А вот, фильтры есть у нас. Понял? Так, яд, естественно, какой-нибудь. Чтобы разбрызгивать его. Но не буду сильно большую, это будет слишком жирно уже. Ну все, наверное, выходим на сушу и продолжение ждите в следующей серии. Всем пока, дорогие друзья. С вами был я, Смяу. В маске такое, потому что YouTube блокирует, закрывает комментарии. Всем пока.